Запись. Ребят, всем привет. Короче, я сейчас заболел, поэтому на корча времени нету и здоровья сейчас нету. Я сижу, гоняю чайки с имбирем и лимоном. Вот. И хочу вам показать прикол. Я не знаю, получится он или нет. Как легко почистить гранат. Потому что сейчас у нас продаются дешевые гранаты. В Ашане 35 гривен стоит один гранат, 7 гривен. Ну, короче, вообще шара. Ну и вот кумарит чистить. Короче, берем ножик, тарелку, гранату. Прорезаем верхнюю шляпку вот так вот. Аккуратненько сюда. И снимаем ее. Опача. Есть. Теперь, короче, ну, желательно по перепонкам. То есть вот тут вот, ну, а там как получится. Делаем надрез. Там хорошо видно? Ну да. Может, отдали немножко? Ну, в общем, делаем разрез не до конца, а вот так вот где-то сантиметр не доходя до жопки граната. Так. И тоже не глубокие. То есть, ну, ножик засовываем буквально там на толщину кожуры миллиметр, полтора. Оп, сделали. Ага, сверху надо тоже попрорезать. Этот нос можно вырезать, чтобы он не мешал. О, он вообще красиво отделился. О, вообще красота. Теперь берем, слегка раскрываем. И его на дольки. Берем ложку. И фигачим по гранату. О, первый пошел. Что-то из него нифига не выпадает, конечно. Короче, можно вообще не заморачиваться без всякой ложки. Просто открываем гранат. Открываем гранат и легко вытаскиваем все ягоды сюда. Тоже что-то не то. Да ладно, хай будет так. Ой, жало. Ну, то есть, ну, фокус с ложкой не получился. То ли я жопа руки, то ли те все видосы типа блогеров сделаны для понта. Какой сладкий. На самом деле вот так вот. Легко он чистится. Все выключать? Нет, не выключай. Если вам понравилось видео, оно вам не может не понравиться, потому что это реально так чистится гранат, а не то, что вам там показывают ложкой. Стучите, оно все выпадает. Вы обязательно подпишитесь на канал, поставите лайк. И расскажите про это видео своим друзьям. Все. Всем удачи и пока. А я буду лечиться витаминами. И не болеть. И вам того желаю. Вот такая вот красота получается в итоге. А теперь ты обязательно поставишь лайк. Обязательно подпишешься на мой канал. И никаких отговорок.